москвич. Да уж, не сдалось знакомство. Алиса, шампанского нам. О, я смотрю, на тебя наследство хорошо влияет. А, я смотрю, батя тебе хорошее наследство оставил. Классно. Батя, надо запомнить эту фразу, пожалуйста, напомни. Я смотрю, на тебя наследство хорошо влияет. Это хорошо. Батя, Тох, ты когда-нибудь слышал про убыточное предприятие? Ага, мамин отель в первые 3 года ремонта. Ну, тогда тебе это знакомо. Батя нам завод оставил, производит только долги. Сколько тебе там бумаги на наследство придут? В смысле, что с ним делать? Платить. С долгами что обычно делают, как поступают? Так вот зачем ты приехал, чтобы на меня долги скинуть? Нафига мне было тогда приезжать? Получил бы свой хомут Почты России, плати как захочешь. Я приехал, чтобы родному брату помочь. Чуть это подозрительно, слишком много помощи. Ты умираешь, не хочешь места, не хочешь, чтобы я тебе оставил свою почку? Нет. Думаешь, ты один спасателем мечтаешь стать? Мама с ума сойдет.